Virtua Constellation F. Разбор. Constellation F – первая раскладушка от Virtua. Инженеры Virtua потрудились на славу, пытаясь решить извечные болезни данного форм-фактора. Обилие металла, кожи и сапфирового стекла делают эту раскладушку притягательной как для женщин, так и для мужчин. Разбор телефона начинаем с нижней части корпуса. Снимаем заднюю крышку телефона и аккумуляторную батарею. Затем открываем телефон и выкручиваем все винты. Пинцетом вынимаем клавиатурную панель и саму клавиатуру. Отверткой выкручиваем два винта из нижней части телефона и пинцетом снимаем торцевую панель. Металлической лопаткой поддеваем кожаную вставку и снимаем ее. Далее выкручиваем два винта. Раскладываем телефон и пальцами снимаем нижнюю часть. Складываем телефон и выкручиваем два винта из верхней накладки. Накладку нужно придерживать пальцем, поскольку под ней находятся пружины, которые могут ее выбить. Пальцами снимаем верхнюю накладку и выкручиваем два винта. Пинцетом снимаем уплотнитель камеры, отгибаем камеру, шлейф вспышки и снимаем металлическую рамку. Очень аккуратно отщелкиваем коннектор межплатного шлейфа и вынимаем системную плату. Нижняя часть корпуса разобрана. На передней стороне системной платы находятся мембраны клавиатуры, вибромотор, микрофон, разъем камеры. На обратной стороне платы находится системный разъем, процессорный блок, радиоблок, контакты АКБ, флеш-приемник, SIM-коннектор. Разбираем верхнюю часть корпуса. Откручиваем два винта со стороны внутренней панели и 6 винтов с лицевой стороны. Металлической лопаткой снимаем рамку дисплея. С помощью отвертки снимаем верхнюю кожаную накладку. Затем снимаем накладку слухового динамика. Далее снимаем внешний сенсорный дисплей. Аккуратно отщелкиваем межплатный шлейф и вынимаем дисплей с рамой и дисплейную плату. Верхняя часть корпуса разобрана. Приступаем к разбору поворотного механизма. Откручиваем винты, фиксирующие боковые панели, и вынимаем поворотный механизм. Снимаем межплатный шлейф. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Virtua Constellation F посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.